Друзья, всем привет! Опять погода поменялась. Сейчас где-то около 2 градусов тепла на улице. Кисюня вышел погулять, потрусить своим шикарным хвостом. Рудик. Рудик. Он такой большой уже в кадре. Все интересно, все вынюхивает. А тут Маша ждет. Маня. Манюня. Маня же давно гуляет. Рудик ямку роет. Так, ладно. Не будем светить. Закончил Рудик свои утренние дела. Витаминку скушали с утра. Обязательно. Ух, красавец. Как Оксана его называет, круассанчик. И пошел, как енот. Пошли, Рудинчик. Да, на улице все поплыло. Не знаю, что ему делать, куда ему идти. Ладно, мы знаем, куда нам идти, да, собаки? Выходи. Небольшой туман. Туман глушит, приглушает звуки. Поэтому на улице тишина. Интересно, что там проживется у меня ежевика или нет. Вот она. Посмотрим. Я видел у людей листья даже зеленые еще. Ну, поглядим. Ну, садил хорошо, с хорошим корнем. Рудик остался там, лазит. Рудик, Рудик. Кисюня. Боится. Боится собак этих. Ладно, всему свое время. Пошли, Машуня. Маша никого ничего не боится. Потрусила впереди. Ой, какой воздух чистый. Прям аж такой. Кристально чистый. Но я посмотрел, на днях там будет небольшое понижение. Ну так, условно зимнее, там до минус 6 ночью. А днем примерно такая температура. Подошла, поглядела на деревья, думает, да ну его, не буду я лезть туда сегодня. Правильно, Маша, они мокрые. Лучше пойдем прогуляемся по льду, пока еще это возможно. Ух. Как хорошо, когда не куришь. Сейчас сигареты не слишком большого качества. Вот идешь по улице, там впереди кто-то идет и курит. Мама, такой духан от него. Так, ого, сколько ворон. Кто-то он мастерит палатку. Попробую приблизить. Вон там. Вон она, палатка. Скорее всего, только серьезный рыбак какой-то. Все, хана рыбе. Маша собаки там. Пошла опять исследовать чужие следы. Смотрите, как все истоптано. Ну, это, скорее всего, такие проталины. А здесь кто-то ходил. Вон оттуда.
пришел. Видите, какой туманчик на улице. Как бы вроде небольшой, но это у нас небольшой. А на краю на Артема не видно. О, Маша только что в стойке стояла, как такой, как гончий пес. Смотрела на ту палатку. Что там, Маша? Чужие? О, слышу, электричка. Разгоняется электричка на вокзале. Шо, Собакин? Прогулялся? Ему теперь и пальцы не надо растопыривать. Будь здоров. Шо там? Грызут? Обработаем. Ты ж не молчи, говори. Ага. Мокрые все. Такой туманчик и небольшой. Шел дождь. Сейчас такие редкие капли, но есть. Маша уже не до снега. Уже особо и не поиграется. Да, Маня? Где тут уже лунки не видно. Вот это она, по-моему. Ага. Вон она. Можно сказать, что замерзла. Пошли, Маня. Что-то вынюхают там. Пойдем домой. Иди сюда. Пошли. Иди. Ух ты, Господи. Пойдем, пойдем. Домой. Может, шерсть надулась на спине. Пошли, Маша, тебе тоже так касается. Пойдем домой. Вершить великие дела. Всем, друзья, хорошего, теплого, мирного дня. Имею в виду душевного тепла. Всем здоровья, благополучия, удачи. Всем огромнейшее спасибо. Остаемся на связи. Всем пока.